Ну что ж, кажется, российские водители решили объявить войну автоэвакуаторам. В Воронеже, например, автомобилист просидел в эвакуированном авто 6 часов. Очень известная нашумевшая история. В Москве обиженный автомобилист угнал эвакуатор и устроил гонки прямо на Красной площади. Забаррикадировался недавно и водитель в Екатеринбурге. Наша съемочная группа на днях стала свидетелем курьезного происшествия и сняла эту ситуацию. Законно ли погружать на автоэвакуатор автомобиль, в салоне которого сидит человек? Это мы сегодня с вами выясним, а пока предлагаю проголосовать традиционно на нашем сайте. И мы, как всегда, задаем вопрос и даем варианты ответов. Итак, как навести, на ваш взгляд, порядок в сфере эвакуации автомобилей? Варианты. Увозить только те авто, что реально мешают движению транспорта и пешеходов. Ввести штрафы за незаконную принудительную эвакуацию или строить больше платных и бесплатных парковок. Голосуйте на нашем сайте. В конце нашего обсуждения мы обязательно огласим итоги и покажем итоги голосования. Итак, как навести порядок в сфере эвакуации авто? Что делать, если на ваших глазах ваш автомобиль увозят на штрафстоянку? Ответы мы будем искать прямо сейчас в прямом эфире. Кстати, напомню номер нашего эфира 376-4588. По этому телефону можно дозвониться к нам в студию, принять участие в нашем эфире. Можно оставлять свои комментарии на сайте yekburg.tv. Голосовать, кстати, можно там же, yekburg.tv. Я представляю наших гостей. Геннадий Николаевич Бурлуцкий, председатель Свердловской областной общественной организации «Союз автомобилистов». Добрый вечер. Добрый вечер. И Иван Волков, добрый юрист. Вечер. Итак, инцидент «Курьез», свидетелем которого стала наша съемочная группа. Погрузили машину вместе с человеком за рулем. Насколько это законно? Вот давайте с этого вопроса, пожалуй, и начнем. Геннадий Николаевич, вы ответите или мы сразу к юридической составляющей? Могу я ответить? Давайте. Ну, этот вопрос уже обыденный, как можно сказать, в нашем городе уже появился. Лишь только потому, что та ситуация, которая нарушители действительно не есть и имеет место, те, которые ставят, конечно, там, где не надо, и не так, как надо, в силу того, что напряженности транспортных средств у нас очень много. Но вместе с тем, тот метод, который на сегодняшний день происходит, тогда, когда дорогое имущество, которым обладает автомобиль, он грузится на транспортное средство и ставится на стоянки штрафные. Но вместе с тем, тогда, когда идут погрузки этого автомобиля, то наблюдаются такие факты, что ответственность в этой ситуации работники ПДД как бы снимают с себя, потому что мы несем, а те, которые везут, и те, которые охраняют. И вместе с тем появляются некоторые сложности уже у водителей и владельцев автомобилей тогда, когда как забрать и что забрать, и в каком образе забрать, и найти правомерность они не могут найти. Я считаю, что это неправомерное действие и не считаю необходимым является. Хорошо, тогда с юридической стороны. Вот гипотетически все правильно, да? Но с другой стороны, человек, который владеет дорогим имуществом, если мы говорим об авто, да, а не дешевом авто, ладно бы, если прилетел волшебник в голубом вертолете, вдруг, да, где-то в пустыне и эвакуировал куда-то автомобиль, это одно. Когда в городе человек бросает свое дорогое имущество там, под знаком, под запрещающим знаком, или заведомо зная, что не знаю, там, на тротуаре, на газоне или под знаком, опять же, запрещающим, нельзя оставлять автомобиль, он его оставляет, не беспокоясь о том, что имущество дорогое. Ответственность разве не на нем лежит? Вот это уже, наверное, к вам, Иван. Ну, несомненно, это, как говорится, у медали две стороны. Мы все участники дорожного движения, или большинство из нас, кто-то, в любом случае, пешеходы, кто-то все, автолюбители. Да. Ну, мы все, и, наверное, у каждого так или иначе были случаи, когда машину эвакуировали. У меня были случаи. Крайне неприятная история, затрачивающая кучу временных сил, эмоций и так далее. Что касается правовой составляющей и финансовой, потому что нужно оплатить штраф. Значит, в ГАИ нужно оплачивать, значит, услуги автоэвакуатора, стоянщикам. Такси, платить. Опять же, надо же добраться в два места. Либо просить, чтобы тебя кто-то довез, либо, значит, каким-то. Кстати, это проблема, которая затрагивает, по моим опросам, абсолютно все слои населения, всех социальных статусов. И депутатов, вот Артюх тут жаловался, Евгений Петрович, что недавно машину увезли на эвакуаторе. И прокуроров,
и даже сотрудников ФСБ. И я думаю, что это правильно. Закон для всех един. Вон у нас руководителя Хабаровска, значит, губернатора арестовали сегодня, как я слышал в новостях. Поэтому закон для всех един. Что касается правомерности действий. К сожалению, я всегда на стороне правоохранителей. Не к сожалению, а к счастью, всегда на стороне правоохранителей. Но, к сожалению, они не всегда соблюдают закон. Потому что бывают ситуации, когда реально машина увозится с человеком. Я считаю, это грубейшее нарушение. Потому что там, в конце концов, бывают случаи катастрофические, когда машина увозится с детьми на заднем сидении. Эти случаи известны и в России, и в мире. Поэтому это абсолютно, с моей точки зрения, неправомерно, незаконно. Такие вещи нужно пресекать. Применять иные инструменты, какие-то предусмотренные кодексом об административных нарушениях, лишь бы не допускать таких вещей. Потому что в практике моей лично есть случаи, когда машина BMW дорогостоящая падала вместе с эвакуатором, переворачивалась, а представьте, человек пострадает, погибнет. Такие случаи бывают. А чего он там сидит? Ну, это его имущество, правильно сказал коллега, это моя дорогостоящая вещь, да, я, может быть, нарушил КУАП. У нас бывают случаи, когда, допустим, человек нарушил правила дорожного движения. А вот тогда смотрите, если, например, приехал эвакуатор, инспектор ГИБДД тут же есть, но при этом человек внутри, да, то машину нельзя по закону увозить. Нельзя увозить. Нельзя увозить. И в данном случае дело в том, что почему я должен оплачивать услуги эвакуатора, мне услуга не оказана, я в ней уже не нуждаюсь. Грубо говоря, да, я признаю факт нарушения мною административного законодательства, да, я поставил машину под знак, ее не успели еще увезти, либо не успели даже если погрузить. Я вышла откуда-то и увидела, что мой автомобиль там в неправильно припаркованном месте, и уже эвакуируют, проблемы, да. Там подняли, погрузили, но я вернулась, мне должны по закону выдать протокол о правонарушении. Да. Оно совершено, но я не нуждаюсь в услуге перевозки, я вот он. Поэтому водитель. Я могу сесть с этим протоколом, печались. Я бы рекомендовал, настаивать на том, чтобы машину вернули, отдали, потому что это ваша собственность и имущество. Которая, ну, в моем понимании, не ограничена в гражданском обороте. Это не оружие, это не какие-то вещества, там, не знаю, наркотические, на которые есть разрешение, нет. Это ваше имущество, да, вы совершили административное правонарушение, но вести машину зачем? Туда вы еще за ней побежите. То есть в данном случае были случаи, очень много я посмотрел в Ютубе, когда реально люди дрались с сотрудниками ГИБДД. Я этого делать категорически не рекомендую. Понятно, что сотрудник ГИБДД может нарушить закон, он тоже может ошибиться, все мы люди, все ошибаемся, но вступать в конфликт с правоохранителем – это чревато уже уголовной ответственностью, поэтому думается, что эти действия можно будет обжаловать, в судебном порядке вытащить все денежные средства. Можно я озвучу? Но старайтесь машину не отдавать. У меня подсказочка есть, не отдавайте подготовилась. Машину. Согласно приказу номер 185 МВД от 2 марта 2009 года, пункт 147.1, если вы застали свой автомобиль в процессе оформления и погрузки на эвакуатор, если вы застали, сотрудник ДПС, ну понятно, что и эвакуаторщики, обязаны вернуть вам авто вот согласно этому приказу. Имейте это в виду. Вот, кстати, можно пока на экране нашим телезрителям посоветую почитать как раз-таки перечень пунктов, за что возможна эвакуация автомобиля. Отсутствие документов на транспортное средство, неисправности автомобиля, при которых запрещено эксплуатировать транспортные средства. Ну, в общем, читайте, пока можете записать, сделать шпаргалочку. Напомню обязательно еще, что мы все наши эфиры выкладываем на сайт телеканала ЕТВ. Вопрос к вам, Геннадий Николаевич. Часто ли к вам обращаются водители и жалуются вот на нарушение закона как раз в сфере эвакуации авто? Например, вот на те, которые мы перечислили. Да, довольно-таки часто, лишь только потому, что то, что мы сейчас говорим, что довольно-таки очень часто это происходит. И как бы задают вопрос, а есть ли другой способ и метод для того, чтобы решить эту задачу? И как, какова стоимость вот штрафной стоянки, почему такая дорогая, меня задают вопрос. Я им просто отвечаю, что это рыночная ситуация, и та стоянка, ту цифру, которую по стоянке, по месту стоянка называет, она предоставляется в объективность. И регулировать этот вопрос, что это много или мало, на сегодняшний вопрос государство не регулирует. Работники ГИБДД с ними согласовали, что там в этом месте стоять. А уж какую цену они берут, я так думаю, никакой орган не контролирует. И по этой причине цифра очень большая, и как бы отрегулировать и повлиять на это, я просто пытался... Иван, не соглашайтесь. Я не находил на это. Вот мой опыт жизненный, личный, да, приезжаю, говорю, слушай, а что вы такие дорогие реально? Подхожу у них, говорю, на основании чего вообще определена стоимость, почему я должен платить за это 1000, за это 900, 1900, да? Почему я должен еще платить штраф? Покажите мне бумажку, где... У них там идет, грубо говоря, они публикуют оригинальное, там РЭК, да, определил стоимость, тариф, там и такой-то стоимость услуг. Я говорю, подождите, а почему я не получаю
участвовал, почему не было публичных слушаний, обсуждений, почему это стоит там не 800 рублей, а 1900. Это вы на стоянке эти вопросы, да, все задаете. Вот, ну, тем людям, я, условно которые... говоря, понимал, что с ним бесполезно, но я сфотографировал эти все документы, постановления основания, чего они действуют. Понятно, что они, по сути, коммерческие организации. И им надо именно отвезти ваш автомобиль по-любому, потому что тогда будет денежка. А так он зря приехал, погрузил, разгрузил, вам отдал. Ему надо на вас заработать. Понятно, что лучше не совершать административных нарушений. Сейчас я умнее, я всегда смотрю, а нет ли знаков. Лучше отъеду, заранее подъеду. Сейчас вот подъезжал, посмотрел, можно поставить, нельзя, знак стоит. То есть это, в принципе, неплохо. То есть пару раз автомобиль увезли, да. Это неплохо, потому что у нас народ такой, который, извините, бывает, люди просто борзеют. Приехал, бросил машину, ушел. Не оставил даже, сейчас принято оставлять номер сотового. Есть, бывают случаи, люди просто бросят дорогую машину и думают, что они неприкосновенны. Это не так. Это нарушение законодательства. А вот смотрите, правда, кстати, вот есть такая проблема, нам телезрители про нее уже пишут, когда эвакуаторщики требуют двойной тариф. Ну, например, объясняют это тем, что мы повезли на штрафстоянку, там не было мест, скажем, на Московской у нас, да, и поэтому мы повезли вот туда, на дублер Сибирского тракта. Угу. В два раза дальше или в три раза дальше, поэтому и тариф двойной. Вот здесь давайте мы еще раз напомним нашим телезрителям о том, что не бывает никаких двойных тарифов или тройных, и что тариф установлен один вне зависимости от расстояния эвакуации. Не бывает. Тройной тариф «решить на месте» называется. Но это тоже не рекомендую. Бывал несколько раз за свою практику в управлении собственной безопасности в ГУВД на Ленина 17 и видел, реально висит в форме на обмундирование любых подразделений, в том числе ГИБДД. То есть вы можете, грубо говоря, порешать на месте и уехать под уголовку за дачу взятки должностному лицу. Поэтому старайтесь действовать сугубо в рамках правового поля, не перегибая палку, не вступая отнюдь ни в какие кулачные бои, но и не допуская ущемления своих прав. Ну вот смотрите, мы связались по телефону с депутатом Вячеславом Лысаковым. Это вот тот самый депутат, который, собственно, внес законопроект, да, вернее, поправки, которые должны будут навести порядок как бы в сфере эвакуации. Как я уже сказала, мы связались с Вячеславом Лысаковым. Давайте послушаем, в чем суть этих поправок и что, собственно, предлагают депутаты. Потом продолжим разговор. Мы предлагаем эвакуировать автомобили только в тех ситуациях, когда эти припаркованные транспортные средства реально мешают всем участникам дорожного движения, включая пешеходов. То есть это припаркованные на тротуаре автомобили, вторым-третьим рядом, на остановках общественного транспорта, на зебрах и так далее. То есть явные случаи, когда машину надо убрать. Сейчас же машину эвакуируют из-под любого запрещающего знака и соответствующей разметки. Вот против этого выступает правительство Москвы, потому что оно, взяв на себя часть функций ГАИ, в одних руках сосредоточило и организацию дорожного движения, и контроль, и наказание. Конечно, это большой соблазн, поэтому в Москве знаки ставятся, где только можно и где только нельзя. То есть на всех улицах, включая тихие улочки, где нет никакого транспортного коллапса. И самое главное, сразу после установки этих знаков, буквально через 5 минут начинают вывозиться, эвакуироваться автомобили. А если вы поставили машину в разрешенном месте, уехали в командировку, не дай бог заболели, что вас ожидает? Вас ожидает огромная сумма, которая набежала за хранение вашего автомобиля. И это, конечно, не соответствует ни справедливости, ни здравому смыслу. Мы предлагаем вот ситуацию коренным образом исправить. Я не знаю, что не так с этим депутатом Вячеславом Лысаковым, но по его расчетам новый закон вступит в силу уже к лету этого года. Как вы считаете, Геннадий Николаевич, помогут эти меры навести порядок в сфере эвакуации? Станет ли недовольных меньше среди автомобилистов, которым не нравится, что их автомобили эвакуируют из неположенных мест? Ну, я думаю, что да. В первую очередь лишь только потому, что я приведу как один из примеров. Стоял работник ГИБДД в тот момент, тогда, когда поставил этот владелец автомобиля, ставил в этот момент, он наблюдал. И стоило ему уйти на короткий промежуток времени, он приходит, уже автомобиль увезли. И задал сам себе вопрос, а по какой причине? Он стоял рядом, мог наказать, если это нарушение, или предупредить, или какое-то действие сделать. Но произошел факт, и дальше пошли уже процедуры. И в том числе он еще и пострадал, у него был поврежден автомобиль, он пытался долго найти, кто виновен, повреждения, но вместе с тем он долго искал и, по-моему, даже не нашел. Это вот ужасная история, конечно. Но дело в том, что палочную систему пресловутую никто не отменял. Сотруднику нужно, он сидит и ждет. Сейчас уйдет, не уйдет. Все, ушел, ес, пошли. То есть ему нужно палочку, галочку,
коммерсантам, которые занимаются вывозом, нужно палочку-галочку, статистику, нужно денежку. Нет, ну для гаишников-то вот эта палочка безумие. Независимо, будет, увезли автомобиль или нет. Он-то свой протокол все равно выпишет, так ведь? Поэтому я думаю, что тут связь... Но он же работает с коллегой, который он с ним каждый день находится, everyday, и ему как бы тоже надо, чтобы люди-то подзаработали. У них тоже какой-то план. Ну вот я сомневаюсь, потому что очень много нареканий со стороны ГИБДД, кстати, в адрес вот этих самых контор частных, а не частные. Ну вот если говорить, кстати, о частных парковках, о том, что они в частных руках, мы чуть позже поговорим. А как вы считаете, кстати, вот Иван как автомобилист, а не как юрист, и Геннадий Николаевич как человек, который сталкивается вот с возмущенными людьми, с обиженными в плане, вот как раз, да, эвакуаторщиками, не слишком ли много в Екатеринбурге вот запрещающих знаков, запрещающих остановку, стоянку, там, парковку? Может быть, их в нашем городе больше, чем следовало бы? Ну, или нормально? Ну, этот вопрос как бы не просто сейчас ответить, лишь только потому, что каждый знак, тогда, когда он устанавливается, он не просто кому-то захотелось. Конечно, он обсуждается с многими инстанциями, только тогда завершается этот вопрос. Но я думаю, что, может, это не является одним и главным пороком на сегодняшний день, то, что мы сейчас обсуждаем. Я думаю, знаки, они действительно нужно соблюдать, если он там стоит. И другой вопрос, если есть выражение, ну, неправильно здесь стоит, и не нужно стоять, это выразить свое где-то или каким-то образом. Но мы сейчас говорим о том, что вот сам факт, то, что вот сейчас обсуждается, что эвакуировка, может быть, она ее заменить другим способом, как штрафом. Другой вопрос, какой размерный штраф может быть? Не вернуть ли нам просто штрафы вместо эвакуации автомобилей? Мы вернемся через минутку. А сейчас давайте прервемся на опрос. Как всегда, наши журналисты вышли на улицы города и задавали горожанам простой вопрос. Сколько людей в Екатеринбурге сталкивались с проблемами автоэвакуации? Не слишком ли много? Ну, то есть такой простой вопрос. Сталкивались или не сталкивались? Смотрим. Ну, конечно, эвакуировали собственное транспортное средство. Пришлось через знакомых договариваться. Нет, не сталкивался. Ну, говорят, что можно легко уладить на месте все. Если люди здесь же все в одной стране живут и друг друга понимают. Мне пришлось оставить ребенка, ну, с друзьями дома, чтобы съездить в банк и решить свои финансовые вопросы. И буквально зашла на 2 минуты, выхожу, уже готовит машина. На соседнюю мне повезло. Поэтому я всегда паркуюсь только в положенных местах, дабы не нарушать правила и чтобы потом больше времени не тратить на то, чтобы вернуть свою машину. Нет, у меня 2 дочери и зятевья есть. И ни они, ни я не сталкивались ни с чем. Вот этой проблемы у нас нет. Ну да, у меня у детей забирали здесь машину эвакуатором. Ну, куда-то звонили, съездили, забрали, штраф заплатили. В нашей редакции по итогам опроса сделали вывод, что нет, наверное, ни одного автолюбителя, ну, если он ездит по улицам города, который не сталкивался бы с проблемой автоэвакуации. Хотя это, наверное, проблема не автоэвакуации, а проблема, не знаю, отсутствие достаточного количества парковок или отсутствие, может быть, культуры парковки в том числе. Хотя, может быть, и то, и другое. А вот еще один вопрос нам пришел от телезрительницы по поводу парковок на местах для инвалидов. Вот как, на ваш взгляд, нужна ли какая-то особая мера вот для тех, кто, не имея такого знака, не имея инвалидности, по большому счету, запросто встает на свободные места, где стоит достаточно четкий, да, значок по этому поводу. Она есть эта мера, штраф 5000 рублей, не маленький. Я думаю, что достаточно такая ощутимая мера. Дело в том, что парковочное место все меньше, и эта проблема, она комплексна. Здесь нельзя только автолюбителей винить или только сотрудников ГИБДД. Надо порадоваться, что у нас, как в Москве, не делают временные знаки, когда, грубо говоря, поставил машину, пришел сотрудник ГИБДД, поставил знак, временный или сотрудник СМЭП, да, и мы получаем ситуацию, когда человек не нарушил правила дорожного движения, но формально машину увезли. А инвалидов, несомненно, защищает закон дополнительно, и вставать на места для инвалидов я никому категорически не рекомендую, но дополнительные какие-то меры, связанные с этим, я считаю, нет смысла. По-моему, года 2 назад была такая проблема в городе, действительно. И я помню, штрафовали тогда достаточно жестко, общественники помогали. Сейчас, ну, вот несколько мест вот возле Европы. Вот там смотришь, сплошь инвалиды на джипах приезжают, паркуются. Ну вот, кстати, давайте посмотрим еще. Такая небольшая памятка, такая небольшая шпаргалка, которая касается того, что делать, если ваш автомобиль
эвакуировали. Я предлагаю нашим телезрителям пока, может быть, записать себе, вот как раз для того, чтобы иметь где-то перед глазами записную книжку или гаджет и необходимые телефоны. Что делать, если вы вышли, например, и обнаружили, что вашего автомобиля нет на месте, но при этом вы достаточно отчетливо понимаете, что вы и автомобиль оставили не там, вернее, оставили там, где не стоило бы его оставлять. Ну, то есть, по большому счету, с большой долей вероятности, скорее всего, его эвакуировали на штрафстоянку. Они угнали, что тоже не исключено. Они угнали. Нет, бывает. Ну, бывает, да. Но, кстати, достаточно редко. Мы вот тут сравнивали тоже статистику. Связано с угонами, да. Это отдельная история, поэтому мы не стали ее сейчас трогать. Не такой уж большой процент. Так вот, я надеюсь, что наши телезрители шпаргалочку записали себе, телефоны все необходимые и все прочее. Так вот, давайте сейчас вернемся коротко к предложению депутата Лысакова о поправках. Предложение очень, дескать, очень давайте дерзкое. Давайте мы будем эвакуировать автомобили только из тех мест, где они реально мешают. Трамвайные пути, остановки общественного транспорта, ну, не знаю, там, поперек дороги перегородил полосу, например. А если не мешает стоит себе у обочины, то давайте обойдемся штрафами, как раньше. Давайте я выслушаю ваше мнение по этому поводу. Ну, вы-то, в принципе, уже высказались. Вы сказали, что да, наверное, надо ограничиться штрафами. Так? Да, я категорически с этим не согласен, потому что... То есть я такая высказалась за Геннадия Николаевича? Да, мы тогда придем к ситуации, когда я буду думать, ну, наверное, моя машина не помешает, я ее оставлю и пойду по делам. Есть у меня там 500 рублей, а есть нормально. А подъедет еще один коллега, скажет, так я, наверное, и моя не помешает. И сузит проезд настолько, что потом пожарная, скорая не смогут проехать, спецслужбы и так далее. Поэтому Лысаков, вот, во всяком случае, принимая такие меры, я могу предположить, что это маленький клапан для того, чтобы вот в России отдушина была для народа, что вроде как немножко гайки не стали закручивать, а ослабили наоборот. Но нельзя. Народ не готов, нет культуры. Правильно, да, ты сказал, народ, нет только культуры, на нет меры нормального соблюдения законодательства. Но и сотрудники ГИБДД, мне непонятно, на Рижевском тракте раньше 90 было ехал, потом появились знаки лет 5 назад, 4, может, года, 70. Сейчас еду 50. Ну как по трассе ехать 50 км в час? Что там? Печально. Ничего же медленно не поменялось дорожным покрытием. То есть так и здесь. Вот смотрите, можно я тоже возражу Геннадию Николаевичу? Я-то вот придерживаюсь точки зрения, которая, наверное, ближе к точке зрения Ивана и ГИБДДшников. Помните ситуацию, когда за тонировку стали снимать госномера с автомобилей? Да. И все растонировались. И в городе стало светлее. Потом запретили гаишникам снимать номера, и смотрите, у нас полгорода затонировались снова. Так, может быть, действительно мы понимаем только превентивные меры? Только жесткое наказание? Зато, смотрите, есть улицы Малышева, Чернышевского, Мамина Сибиряка. Ну, это, во всяком случае, те улицы, где я часто бываю. Эвакуировали активно автомобили. Народ запомнил, парковаться перестал. И более-менее уже можно проехать. Уже одна полоса свободная, как минимум, дополнительная. Так, может быть, только так мы понимаем? Я опять приведу такой пример, что это называется физическое воздействие. То есть мы должны правовым, моральным, потому что тогда, когда штрафные санкции выходят на какого-то физическое лицо, я так думаю, и на водителя, я думаю, это тоже запамятливый момент и ощутимый. Лишь только потому, другой вопрос, мы сейчас говорим, то ли маленькая сумма штрафа, которая она как бы никакой реакции не вызывает, или какую-то уже пропорциональную, если он не в единый раз был оштрафован и зафиксирован его действие. Вот это вот, мне кажется, оно бы прогрессировало. Вот а не кажется вам, что, например, люди среднего класса или с небольшим достатком, они-то перестанут парковаться, боясь штрафов, понимая, что это такой урон, да, для бюджета, там, удар по карману. А вот те, кому все равно, он такой подумает, да вот чем мне искать где-то парковку и тащиться потом пешком? За или за подземную заплатить, да. Так, Господи, мне жалко эти 500 рублей или 1000 заплатить за то, что я вот тут оставил свой автомобиль? Не кажется вам, что так получится? Но вот то, что сейчас мы говорили и обсуждается эта ситуация, я не примирительно настроен для того, чтобы именно на штраф. И вот сейчас было, когда обсуждение или обсуждается, может быть, как раз те моменты, когда уж стоит автомобиль действительно там, где ну, из рук он выходящий, что он или на пешеходный переход поставил, или еще там, где совершенно не просто мешает, а вообще движение мешает. Вот в этой ситуации как бы приступать к тому действию, что его уже грузить и увозить. Игорь, решите, смотрите, какой вариант. Ну, то есть право, оно всегда вторично. Правила дорожного движения пишутся на крови. Любые законодательные акты и так далее, нормативные правы. Так и здесь. Вы сводите до абсурда. Если есть дорога, и она перекрыта, да ее люди, сами автолюбители, возьмут машину, вынесут ее, переместят. Для этого не надо тут по ним... То есть понятно, что тут...
никто не будет думать, какими нормами права это регулируется. Если увидите, что идете, кто-то кого-то бьет, убивает, ну, наверное, если вы мужик, и вы понимаете, что вот сейчас человек, там, девушку убьют, там, вы идете, и вы не будете спрашивать, что мне, обвинят меня в побоях или нет, если я сейчас ему там дам. Так и здесь. Но у нас нет культуры, раз, нет понимания и соблюдения. Вот две стороны, по сути, противоборствующие. Администрация, ГИБДД и, скажем так, автовладельцы мы с вами. То есть, ну, не надо ставить знаки там, где не надо их ставить. Ну, не надо, потому что, ну, физически места мало. У нас самый плотно населенный миллион. Ой, ну, я вас умоляю. Ну, и нам нельзя ставить везде. Компании ТСЖ могут даже знаки ставить, если они хотят, чтобы где-то там парковались. Это вообще. Есть такой закон. Но они пишут заявки, они получают возможность. Тогда мы вообще с вами... поймем, что смотрите, новостройки и район академический. Там сплошь знаки, которые натыкали не ГИБДД, не комитет соответствующей администрации города, а управляющие компании, которые продавили эти знаки, а по закону имеют право. Знакам тоже скажу, что у меня были обращения от К+С, например, директора сети салонов немецкой обуви на Ленина во время переноса Олимпийского огня. Так они там остались, эти знаки. Как подъехать? Вот коммерсанты говорят, у нас нет покупателей, потому что раньше машина могла остановиться, подъехать, или взять Евросеть связной напротив, да, рекламы тут нет, где океан. Но сейчас негде запарковаться. Я еду, стоят две машины с аварийками включенными. Понятно, что люди боятся убежать. И штраф там, и видеофиксация. Понятно. У нас осталось буквально 3 минутки. Давайте мы на вопросы телезрителей поотвечаем. Такие вот элементарные, да, такой маленький ликбез. Если можно, лаконичные ответы. Например, если грубый эвакуатор, эвакуаторщик нанес машине увечья, ну, в общем, повреждение автомобиль, можно ли отсудить деньги на ремонт? Однозначно отвечают, однозначно можно. У них страхуется их ответственность гражданская. Не бойтесь оставить свои права. Приходите в СМИ, сообщайте эту информацию, идите к общественникам. Вот есть можно, люди, да, которые на это заточены. Да, это все возможно. Получается, это реально. Отсудить? Да, обращается, но обсуждение, я в самом начале привел такой пример, что длительной процедурой это происходило, и найти, кто все-таки виновен, для него бы создавалась большая проблема. Это как бы я возражаю против того, что это просто найти из закономерности и решить эту задачу. Она довольно-таки непростая. Все машины фотографируются сотрудниками ГИБДД. Обратили внимание, идет эвакуатор, идет фотографирование, потому что никто не хочет отвечать за вашу машину. И если она сфотографирована и повреждений нет, а вы пришли, и оно есть, или у вас, не дай бог, разбито окно и магнитолу вырыли еще что-то, ну понятно, что нужно вызывать сотрудников полиции, обращаться, фиксировать это, актировать. А вот если не было проведено фотографирование, и машина имеет повреждение, тут уже нужно смотреть. Я к тому, что если отвечать на вопрос, можно ли доказать, можно и нужно. Хорошо. Еще один такой, больше не вопрос, а комментарий от Надежды. От Надежды и от Александра. Два человека нам написали, что ситуация и все понятно. И такое, скорее, пожелание от них. Никогда не оставляйте документы в автомобиле, потому что если ее эвакуируют, вам придется нарезать круги. Ну, то есть поехать на штрафстоянку забирать супер документы. Потом... Да-да-да. Я так побегала, пишет Надежда. Александр так побегал. До сих пор помнят. Ну, вот я думаю, что эти люди уже точно не оставят документы и не оставят автомобиль в неположенном месте. Есть еще такой вопрос у нас от Семена. Если выходишь, автомобиль эвакуировали, денег нет ни на оплату эвакуатора, ни на оплату штрафстоянки. Что тогда делать? Занимайте вот тут, наверное, бегите, потому что каждый вот час тут, можно я отвечу, потому что вот тут я абсолютно на стороне ГИБДДшников. Не нужно оставлять, наверное, автомобиль в неположенном месте, особенно если вы заранее знаете, что у вас нет денег на оплату штрафа и на оплату эвакуатора, например. Вот, тем более, ну, кстати, а собираемость штрафов у нас настолько низкая, что, в общем, мама не горюй. Но это тоже тема уже совсем другого эфира. Спасибо вам большое, что пришли. По мнению чиновников, именно эвакуация наравне с высокими штрафами должна заставить водителей 10 раз подумать, прежде чем бросить автомобиль, где попало. Мы смотрим итоги голосования, кстати, пока мы тут обсуждали тему. Ну, вот, все-таки, видите, увозить только те авто, которые реально мешают движению транспорта и пешеходов. Подавляющее большинство у нас согласно с депутатом Лысаковым. Ну вот видите, как люди. А я как юрист правоприменительной практики, я считаю, что нужно увозить. Ну потому что людям надо ставить где угодно, но когда они не смогут проехать, и придут у них машины заставлены. Вот если да, если вот я думаю, тогда что будем если мы думать, как отменить. Сойдемся на этом мнении, если этот закон будет принят, то мы с вами огребем таких проблем в городе, что тем более будем в Екатеринбурге потом совсем по-другому голосовать.